Значит, ну, тревожные сновидения — это просто проявление тревоги во сне. Вы можете проснуться от внутреннего толчка и даже не помнить, что вам снилось, и при этом там, очевидно, было тревожное сновидение. Ну, мозг во сне проходит несколько фаз активности коры головного мозга. Вот. И там есть ряд фаз, где активность коры снижается, и в этот момент, собственно, все, что является таким нажитым стрессом, оно способно подняться, и дальше кора включается во сне, она же там как бы как волнами включается, выключается, и активный этот подкорковый центр, уязвленный там жизненной ситуацией, проблематичной, он просто начинает вытягивать на себя из коры все, что соответствует ну, этому ужасу. Вот. Не конкретно этому, а вообще то, что может казаться ужасным. И демонстрирует нам это.